Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Как вы заметили, у нас на канале появилось видео о Илье Муромце. Поэтому возникает вопрос, зачем делать еще одно видео об этом святом? Оказывается, многие источники утверждают, что Илья Муромец – это один и тот же герой, что и былина, но о нем нет упоминания в наших летописях. И для того, чтобы найти истину, нужно знать исторические реалии тех времен. И нужно искать источники не только в одном месте и одной стране. Если хотите узнать правду, тогда ставьте лайк и смотрите видео до конца. А мы начинаем. Как мы отмечали выше, многие пишут и говорят, что если Илья Муромец историческая личность, тогда почему о нем нет ни слова в летописях? Во-первых, от тех времен сохранилось не так много письменных источников, что вполне естественно, если вспомнить, какую бурную историю пережила Русь. Орды завоевателей не раз сжигали и полностью разрушали города. В одном из пожаров однажды сгорели книги Печерской лавры. И во-вторых, существует упоминание в зарубежных источниках, например, в германских эпических поэмах, записанных в 13 веке, но основанных на более ранних сказаниях, упоминается великий богатырь Илья Русский. Легенда говорит о том, что в одном жестоком сражении Илья чуть не погиб, но чудом остался жив и дал обет удалиться в монастырь и посвятить себе Богу и больше никогда не брать в руки меч. Илья пришел к стенам лавры, снял с себя все воинские доспехи, но не смог бросить меч и взял его с собой. Он стал монахом Печерской лавры и все свои дни проводил в своей келье в молитвах. Но однажды враги подступили к стенам монастыря, и Илья своими глазами увидел гибель настоятеля лавры, сраженного смертельным ударом. И тогда Илья, несмотря на обет, снова взял в руки меч, но почувствовал, что ноги снова отказывают ему служить. Он еще успел заслониться рукой от смертельного удара копьем, но силы уже покидали его. Но неоспоримо одно. Ученые установили, что Илья действительно погиб в результате удара копьем в грудь, и что он, видимо, пытался остановить копье на лету, и это немного ослабило удар. Но полученная рана так и не зажила, и в конце концов стала причиной погибели Муромца. По поводу места рождения Ильи также существуют разные версии. Самая распространенная, что Илья родом из деревни Карачарова близ города Мурома. Эта деревня, расположенная на берегу Оки, существует и сегодня. Но некоторые исследователи утверждают, что Илья родился недалеко от Киева, в Моровске под Чернигово, который в древности назывался Муромском. Поскольку в преданиях говорится, что до Киева Илья добрался очень быстро, за один день, что вряд ли возможно в случае города Мурома, который находится примерно в 1500 километров от Киева. Эта версия очень правдоподобна. Но ведь согласно былинам, Илья происходил из села Карачарова. Оказывается, недалеко от Чернигова был древний город Карачев. Более того, недалеко от Карачева протекает река Смородинная, а на берегу ее находится древнее село Девятидубье. Местные старожилы указывают на то место, где будто бы было расположено гнездо соловья-разбойника. И теперь на берегу Смородинной находится огромных размеров пень, который по преданию сохранился 9 дубов. После чудесного исцеления Илья Муромец, как и положено богатырям и героям, совершает многочисленные подвиги. Самый известный его подвиг – победа над соловьем-разбойником. Исследователи считают, что соловей-разбойник – это не сказочное чудище, а тоже реальная историческая личность, разбойник, промышляющий в лесах по дороге к Киеву.
а соловьем этого разбойника прозвали за то, что он извещал о своем нападении свистом. Или, возможно, давал свистом сигнал своей банде к нападению. В дальнейшем Илья Муромец совершил множество других подвигов. Участвовал в сражениях, защищая от врагов землю русскую. Современники отмечали его невероятную, нечеловеческую силу. Поэтому в памяти людей он остался, наверное, самым великим русским богатырем. Достаточно вспомнить картину «Три богатыря», на которой Илья Муромец изображен в центре, как самый сильный и могучий. В былинах и легендах «Три богатыря» Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич часто вместе совершают подвиги. Но на самом деле они никогда не встречались, их разделяли века. Добрыня Никитич жил в X веке, Алеша Попович в XIII веке, а Илья в XII веке. Но когда легенды столетиями передаются от одного поколения к другому, они обрастают новыми подробностями. Знаменитые персонажи начинают совершать новые подвиги, а временные рамки постепенно размываются и смещаются. Вопреки легендам, Илья Муромец никогда не служил князю Владимиру Великому. Они просто не могли встретиться, потому что жили в разные века. Илья служил князю Святославу, защищая Русь от половцев. Что ж, друзья, вот такая правда. Надеюсь, с этого видео вы открыли для себя что-то новое. Спасибо всем за просмотр. Родни вас Господь.